В Югре усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. В торговых центрах все чаще можно встретить инспекторов, которые выявляют тех, кто отказывается носить маски. О том, как соблюдают правила жители Нижневартовска, Кирилл Волконский. Задача этого рейда – не наказать, не привлечь к ответственности, а предотвратить нарушения. Именно поэтому в комиссии всего два человека. Это представители управления муниципального контроля. У нас сегодня два сотрудника. Два сотрудника, да, на смене. Первый замер температуры тела – это ваш допуск для рабочего процесса. Да, все верно. Без него не имеете права приступать к работе. Соответственно, да. Как часто сотрудники торговых точек меняют маски? Измеряется ли температура перед допуском на работу? Обрабатывают ли антисептиком прилавки, витрины, стеллажи? Как часто проводится уборка помещений? Ответ на каждый вопрос отмечают в специальной таблице. Попутно дают рекомендации. Обрабатываете поверхность, после этого фиксируете все. Только после этого вы имеете право запустить граждан и начать их обслуживание. Второй замер температуры тела не регламентирован по времени. В течение дня измеряете. Требования к продавцам, консультантам, кассирам, охранникам не менялись с прошлого года, рассказывают руководители торговых точек. Все, как и раньше, на рабочем месте носят маски и перчатки, особенно в продуктовых магазинах. Другое дело – покупатели. Многие думать забыли о соблюдении масочного режима в местах массового скопления людей, даже если речь идет о детях. Объясняем, потому что все-таки это маленькие дети, все-таки они везде вот трогают все, все руки, то есть незащищенные. Что можно заболеть, можно как-то какие-то микробы подцепить где-то что-то. Ну, кто-то понимает, кто-то нет. После очередного объявления об усилении мер эпидбезопасности без маски могут и не обслужить. Это уже аксиома. Забыли собственную, можно воспользоваться одноразовой. Ну, некоторые с негативом, некоторые приходят, допустим, говорят, что забыли, где-то достают, то есть возвращаются уже в масках. То есть, ну, все воспринимают по-разному, люди разные. После нового распоряжения губернатора управления муниципального контроля родительская общественность стали проводить в торговых центрах и общепитах не менее 3 рейдов в день. В большей степени проблемы периодически возникают именно с гражданами, которые игнорируют использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Часть из них аргументирует в отсутствии информации о постановлении губернатора, часть об отсутствии средств индивидуальной защиты. Не сидит без дела и полиция. Только за эту неделю стражи правопорядка проверили 30 торговых центров. К административной ответственности привлекли почти 2 десятка граждан. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.